Уважаемые жители и гости города, Петропавловск готовится к грандиозному празднованию 20-летия столицы. Вас ждет большая развлекательная программа. 6 июля на главной площади у областного акимата концерт с участием лучших артистов области и гостей из Астаны, а также дискотека под открытым небом Open Air. 7 июля на театральной площади КМС-фест, а 8 июля мы вместе с вами отметим День Петропавловска. На центральной площади у городского акимата лучшие творческие коллективы покажут концерт, а завершением праздника станет Open Air. Эйр и салют в парке «Северная звезда» у озера Пестрое. И это лишь малая часть. Вас ждут в эти дни еще много-много разных мероприятий. Приходите и окунитесь в невероятную атмосферу большого праздника.